Тут давайте похохочем. Спасибо огромное Шпателю. Это очередной видос. Он вышел раньше, чем Марио во дворце Путина. Я здесь смеялся просто первый раз, как не знаю кто. Но сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это? Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Это не мое совсем. Это просто компиляция, это монтаж. Все скомпоновали и решили всеми этими приятными лучших граждан. Люди, которые этому поминаются, вообще просто никогда их не видел в глаза. Не знаком с ними. Бизнес меня никогда не интересовал. Я не занимался этим. Никогда. Мне кажется, этого достаточно. Так, ну давайте дальше пойдем тогда. Да, ребят, подпишитесь на Шпателя, это прям откровенное удовольствие.